Друзья, здравствуйте, с вами снова Казуку Фэмили, это третья часть, и она будет бомбическая, будем бомбить, потому что это тяжелый, сука, уровень. Так что ставьте чай, кофеечек, всем приятного просмотра, дружочек или сестричка, братишка, неважно, куришка, поехали. Твою не выпущу мать. Тебя! Не выпущу тебя! Так, а что с тобой делать надо, хренасос? Чего, блядь? Оу. Подожди, а что делать надо? А, вот, стену разрушать. Кайся не со мной! Мерт тебе! В смысле, блядь? Поддаешь на поезд. А, ну тогда понятно, в принципе. Так. Так, так, ага. Блядь. Да ёб твою мать, пошел в жопу. Не выпущу тебя. Нахер иди. Да ёб твою мать, ах ты урод! Пошёл в жопу! Кайся не со мной! Стой, чудище! Пошёл! Блять! Сейчас, подожди. Как у тебя много! Много чего? Много радости детишкам принесла, да? Блять, давай, кидай! Так. Так, блять, какое управление тупое. Сука. Да ёб твою мать, ты прям под. Вот хуесос. Пошел в жопу, мана! Мерт тебе. Все, отсосался. Хренасос. Мы должны успеть за поездом. А я что, блядь, делаю? В смысле? На борт, все! Все. Эй! Ты что здесь делаешь? Я всего лишь делаю то, что должен, Человек-паук. Встретимся в другой раз, Человек-паук. О, это еще что такое? Тут... Те ролики повторялись и повторили прямо опять ролик Шокера. Бывает. Бывает, да. Мы близки к цели, джентльмены. Вот этот прибор поможет мне сконцентрировать энергию всех жителей города. Это даст мне огромную силу. Но чтобы этот прибор заработал, нужно найти доктора Ватс. Только она знает, где находится необходимая нам деталь. Да, а не кажется ли тебе, что ты забыл еще одну деталь? Человека-паука. Не беспокойтесь, я все предусмотрел. Представляю вам нашу защиту. Энтузиазм, энтузиазм. Но что же доставит мне радость? А, этот ролик уже был. Молотоголовые совершили нападение на людей и взяли некоторых в плен. Пришел час для Человека-паука. Ему предстоит освободить пленных и доктора. Удачи тебе. А, значит, давай. Те ролики были и правда левые. Помощь! Бывает.
Кто-то застрял в лифте. Надо отыскать контроллер. Ага. Это второй путь к контроллерам. Так, я понял. Чего? Так, это понятно. А куда идти-то? Вопрос. Наверх? Путь к пульту. Я понял. Да-да-да. Ты куда ты ползешь? А, опять тупое управление. Везде. Я выздоровел. Этот лифт нуждается в ремонте. Да это мы уже поняли, прикинь. Так, а дальше чё? А дальше куда? Чё? Так, подожди, в смысле? А, просто наверх, что ли? Ага, вооруженная охрана. Бывает. Эй, ребята, вы чего облачились в гоблинов? Смешно. Гоблины. Похоже, они захватили заложников. Придется проявить Так. А вот и заложники. На потолке меня не заметят такие глупцы. Нафиг пошел. Благодарю, Спайди. Да не за что. Не за что. Не знаю, кто-то мою. Так что. Пора на другой этаж. А. Так, опять эту фигню делать, да? Без проблем. Так, а, ну первое появление Твердолобова сейчас было. Показали ролик, который мы в начале, в принципе. Я выздоровел. Видели, поэтому. Итак, все понятно, что Твердолоб будет с Электрой. А Электро ищет доктора. Это тоже ролик мы почти увидели. Чего? Ага. Окей. Повнимательнее. Так, а этого как? Завалить. Еблана, да? Еблосос, еблосос. О, да вы прям мафия, Томми Ганны там, да? Отсылка к мафии, да, ребята? Или крестному отцу? Так, и чё? А куда дальше, я не пойму вообще. Помощь! Чё? Так, стоп. Я не вижу тут этих. Помощь! Так, подожди, их можно выбить, что ли, двери? Подожди. Ё-моё. Харвей! 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 Эй! Не ори, братишка. Я вас освободишка. Ну? Йоу, мазафак. Благодарю, Спайди. Ага. Благодарю, Спайди. Надо отыскать молотоголового. Да-да-да. Окей. Вот как-то так. Наше приключение в Спайдермене. Сопротивление бесполезно, леди, вы пойдете с нами. Шестью вы не управитесь. Электро мог бы сделать из вас тостеры. Чего стоите, болваны? А ну живо! Догнать ее! Ты что, хотел убежать с ней? Я всего лишь хотел посмотреть, чем все это...
Что здесь происходит? Надеюсь, Ну да, повторяются ролики. Ну и так, понятно, достанется. Что... Иди. Вот говносос. На, на, получи. Ох, какой ты злой. Ага, еще и вертолет ему помогает, да? А, ну понятно, он будет бегать по этому уровню и все, да? Ой, я подумаю, это охота на кроль. Ну и где ты, ну? Алло. Нельзя взять больше картриджей. Ага, картриджи нафиг. Ага, вот. Сильная смесь. Пока. Посиди-ка здесь, пока не прибудет подмога. Судя по всему, эта женщина и есть Электра. Что здесь происходит? Да, я смотрю, без посторонней помощи не обойдешься. Мне известно, что она работала в биотеке. Так, нужно выяснить, что же здесь все-таки происходит. Ну же, давай, давай! Похоже, доктор здорово влип. Вот... Нужно сообщить боссу. Нужно сообщить боссу! Камень величиной с кулак. Зачем ты изобрела прибор, который должен работать от источника... Так, ну, единственное то, что нам сейчас показали, это то, что... песочный человек, это понятно, он, короче, работает на Электру, и показали мельком ящера, и все, эту девку хотят похитить, это мы узнаем почему, чтобы не было лишних спойлеров, походу. Как-то так. Подключение контрольного питания. Так, Вот. Лаборатория высокоточных исследований. Источник современных технологий. Пик современных человеческих достижений. Но за яркой завесой компания проводит ужасные эксперименты. Техноорганические технологии будущего. Этому громадному черному рынку может бросить вызов только супергерой. Да, нелюбимый уровень был когда-то, первый раз. Так. Сейчас, секунду. Надо закрыть бойлер. Окей, закроем бойлер. Так, сейчас. Так, а где этот бойлер? Тут или там? Мать твою. Чего? Блин, камера вообще неудобная. Вот этот бойлер, что ли? Снова! Надо убираться! Эй, ты тупой робот. Ты все нахуй портишь, да? Урод. Так, стоп. Чего? А, должен быть еще один. Вот тупые роботы, блядь.
Понятно. Так, а куда нам вообще топать и двигать? Что устройство на стенах, это система... Да, можно попасть только через вентиляцию. Понятно. Понятно, что нихуя не понятно, да? Чего, блядь? Подожди. Не понял. Вот лаборатория высокоточных исследований, источник современных технологий, пик современных человеческих достижений. Но за яркой завесой компания проводит ужасные эксперименты. Зря я, короче, нажал снова. Так. Нихуя, правда, не понял. Нахер иди. Да, блядь. Да. Подожди, первую бойлерную вот эту, что ли, или какую? Блядь, я уже... В этих бойлерных запутался нах. Да. Снова надо убираться. Да, я бы этих тварей точно бы убрал. Нах пошел. Так. Подожди. Подожди, ту надо. Не активируется скрипт, да? Стоп, что? Так, что-то я нихуя не понял, подожди. Так, я ж вроде ту бойлерную отключал, разве нет? Так, подожди. Тупость какая. Ну вот, зеленый свет загорелся, а дальше... Ага. А, должен быть еще один. Окей, мы это уже поняли, прикинь. Да. Пошел нафиг. Так. Что устройство на стенах, это система... Да, бла-бла-бла. Да, можно попасть помню. Только через вентиль... Да, шахту, ясно. Блять, по 100 раз вот эти ролики смотреть вообще настоебенивает, блять, просто. Так, чувак, пошел в жопу. Жопом она пошел. Ублюдок. Так, стоп. Да нафиг пошел. Свалил с моего пути. Так, стоп. Нафиг пошел. Так, а дальше? Мы через эту херню не пройдем, да? Я так понимаю, да? Что? Так, ладно, я проверю, но, видимо, ничего хорошего это не сулит, да? Так. Подожди, через вентиляцию ш... вентиляционную шахту, это понятно. Так, стоп. А что там? Понятно. Так, стоп.
А, понятно, ясно. Их как-то надо отрубать, да? Так, тогда понятно, почему из нас люля кебаб делают, да? Так, стоп, а чё, за комп нельзя, типа, контрол-рум? Чё? А, треугольник, чтоб попал? Ага. Рейнг. Рейнг. Всё? Да. О, оказывается, надо было к комнате подойти. Бывает. Так. Да ё-моё, Спайди. Вот это, блин, управление. Чего? Так. Ладно. Так, двоих, да, отключение? Но я так понимаю, что она скоро заработает, да? И типа не стоит расслабляться. Свои там яйца цеплять, да? Так, ладно. И повеселимся вместе? Не понял. В каком плане? Нам как бы сюда, наверное, да? Или куда? Да ё-моё, Спайди! Здесь должны находиться файлы, о которых говорил доктор. Да вот, специальная лаборатория в башне. Тут должен быть путь в отдел безопасности. Да. Я ничего не понял, что ты сказал, но... ну ладно, как говорится. Бу. Твою мать. Нафиг пошел. Ага, двойка, значит, да? Ты откуда взялся? Мышь. Чё? Ага. Так, ну тут вроде один рычаг был, да? Точнее, два рычага. Погнали, ребята. Что, так паутина, что ли? О. Воу, это нормальная паутина, я бы сказал. Ага. О. Отсюда подается электричество ко всем отделам. О, я помню, это геморройный уровень. Не просто на словах, а реально геморройный. Так. Нам, получается, надо добраться до верха. Вот. Но проблема в том, что это не просто сделать. Так, стоп. Нам точно сразу наверх? Или нет? Ну да, молнии херачат туда-сюда. Так. Ну и о чем я говорил? Молнии. Так. А
как нам до туда, блядь, добраться? Я что-то не понимаю нихера. Блядь! Так, это какой получается уровень у нас уже? А, вот как наверх добраться, да? Так, стоп. Вот так, да? Так, ладно. Так, а в какую нам сторону, говорится, хреначить, да? В ту? Ладно, надеюсь, что в ту. О, блядь! Я проебался, бывает. Да ёб твою мать, вот... Блядь. Твою же мать. Вот... Жесть. Так, и как мне теперь выбрать слот? Проблемка. Ладно, давайте, наверное, на этом закончим, и я уже в следующей части отсюда начну. Так, ладно, всем до новых встреч, дорогие друзья, я разберусь, как менять слоты. Вот, ладно, давайте, до новых встреч. Всем удачи, всем пока.